пятница должно начинаться потрясающе, поэтому мы с Катей решили показать вам два классных рецепта. Для этого взяли на тест новую продукцию от Особливое. Мне очень нравится, кстати, у них классный состав и то, что они в стекле. Еще подойдет и для тех, кто на ПП. ПП это приятное питание. Я вообще буду максимально простой рецепт десерта вкусного с био-йогуртом. Я добавила в кружку измельченное печенье, нарезала бананчик. Сейчас мы будем добавлять био-йогурт. Теперь вот эту красоту мы ставим в холодильник на 15-20 минут и уже можно тушить. А я буду готовить два вида блинчиков. Тоненькие на молочке и толстые на кефире. Такие блинчики по классическому всем известному рецепту. Пока там Катя готовит свои блины, я затащу сразу молочко. Пахнет деревенским молоком, а по вкусу... как будто я приехала к бабушке в деревню. Попробую био-йогурт. Напоминает мне прям натуральный йогурт, который готовила мне мама в детстве. Тут без сахара, они прям очень вкусные. Такие красивые блинчики у нас получились, но чтобы они были еще вкуснее, макаю их в сметанку Особливое. Котику нашему тоже сметанка зашла. Рецепты у нас получились реально классными, и главное, что все очень быстро готовится и вкусно. Не зря мы взяли на тест продукцию Особливое, действительно все очень вкусно получилось, ощущение, что бабушки в деревне съели.